Привет, друзья! Приветствую на канале Алекс Авер. Сегодня обзор по хорологии. Друзья, хорология — это, ну, не совсем наука, как бы увлечение коллекционированием часов и всего, что с ними связано. В данном случае мы поговорим сегодня о шикарных часах ЗИМ. Это карманные часы. Сейчас попробуем их запустить с полоборота. Повращали маятник, стрелка пошла. Посмотрим, что у них внутри. Механизм, он состоит, кстати, из защитной крышки. Дополнительно, я бы сказал, ударопрочная. И внешняя крышка латунная с хромировкой. Такой шикарный механизм. ЧК6. 15 камней. Выпуск 50-й год, друзья. Сейчас. Нет, не получается увеличить. Попробуем завести. Запустить механизм. То есть он, в принципе, запускается с полоборота. Видите, шикарные часы. В шикарном рабочем состоянии. Пробуем перевести стрелки. Все работает, друзья. Делаем завод. Шикарный ход часов. Нечастые, но не очень пользующиеся спросом, в отличие от молний тоже и так далее. То есть наверняка не очень популярный механизм. Друзья, вы напишите в комментариях, если у меня есть подписчики, часовщики, хорологи, просьба написать более подробно о данных часах. С удовольствием прикреплю в комментарии. Будем учиться вместе. Вот так. Что ж, прекрасные. Еще раз, карманные часы в родном сборе с родным таким толстенным стеклом. Часы ЗИМ 50-го года. Механизм ЧК6, 15 камней, друзья. То есть крупно взять. Нет, не получается. Сейчас попробуем показать именно механизм, его красоту. Красоту маятника, работы вообще. Ну, Швейцария настоящая. Класс. Такие завораживающие чувства мне вызывают. Не знаю, как у вас. Напишите в комментах, друзья. Кто не подписан, подписывайтесь. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Всем пока, до новых встреч.